Здорово, ребята! Приветствую вас в первом выпуске из этой грандиознейшей серии, которая называется «Минус 20 килограмм за 90 дней». Я начинаю новый проект и, как можно догадаться, не на себе, потому что еще сбрасывать мне уже нет никакого смысла. Этот проект будет построен на моем новом ученике. Его зовут Александр. Я вас с ним познакомлю, когда зайду за поворот и зайду в кафе. Мы сейчас пьем кофе. Но первое, что я хочу сказать. Я очень долго вынашивал идею, планировал, как бы мне создать такой проект. Но самая важная переменная – это человеческий фактор. Поверьте, я перепробовал массу разных вариантов о том, кому можно доверить такую важную, ответственную миссию. Потому что если ты начал проект, ты не должен его бросать. И это же не я. Когда я на себе делал минус 10 килограмм за 60 дней, я был уверен в том, что я добьюсь результата. Но человек, на котором будет строиться этот проект, должен в первую очередь показать свою дисциплинированность, показать свою уверенность в его целях. И именно этим Саша меня захватил, когда мы с ним познакомились, провели консультацию, и я понял, что этому человеку можно доверить, и в том, что он добьется результата. И именно результат в 20 килограмм за 90 дней. На данный момент вес Александра составляет 93 килограмма. Вы не волнуйтесь, я вам покажу его форму, я вам покажу его вес. Все это дело мы обязательно осветим. Сегодня это видео просто знакомство, и я хочу посвятить вас в формат того, как будут сниматься эти выпуски. Всего будет несколько форматов. Первый из них — это занятия в зале. Я буду стараться снимать все упражнения, которые мы делаем. Буду стараться снимать то, как мы ставим Саше технику, как он становится сильнее, как он прогрессирует во всех дисциплинах. Второе, мы обязательно будем постоянно мониторить его вес, его форму, его объемы талии, объемы плечей, объемы рук и прочие моменты. Третье, это, конечно, периодическое голодание, потому что на базе ПГ будет строиться весь наш тренировочный комплекс, весь наш комплекс похудения именно на периодическом голодании. И то, какой информацией я буду с ним делиться, наши с ним регулярные консультации, наши с ним беседы, я тоже все это постараюсь записать для того, чтобы поделиться с вами максимальным количеством информации. Сидеть, общаться мы будем всегда в разных местах, либо мы будем ходить, делать кардио и одновременно с этим общаться. Это не имеет значения. Для вас главным должен быть тот фактор того, что я постараюсь передать максимум информации, которую я смогу записать, смонтировать и выложить в формате видео. А сегодня мы снимаем видео знакомства с Сашей для вас. Оно будет проходить в формате интервью. Я буду задавать ему вопросы, а он, соответственно, будет на них отвечать и таким образом расскажет о себе. Итак, ребята, я подошел к кафе, в котором мы с Сашей сидим, пьем кофе. Мы уже начали периодическое голодание. Он уже не кушает. И поэтому все, что мы сегодня пили, ели, это черный кофе. Итак, пошли знакомиться. Саша, скажи привет. Привет. Так, ребята, сейчас я поставлю камеру на него, и мы будем в формате интервью задавать вопросы, как я говорил. Он будет на них отвечать и, соответственно, таким образом познакомиться с вами заочно. Так. Саш, скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Да, меня зовут Александр Коу. Я здесь, в Чехии, живу уже 27 лет. А сейчас тебе сколько? Какого ты года рождения? Я 80-го года рождения, мне сейчас 36 лет. 80-го года рождения, тебе 36 лет, да? Да, да. То есть да. Ты на 6 лет старше, чем я. Да. Прикольно, прикольно. Дальше, Саш, расскажи, пожалуйста, сколько ты сейчас весишь и какие у нас стоят задачи? Мой вес сейчас находится приблизительно около 93 килограмма. У меня активная жизнь, но не получается у меня сбрасывать вес, потому что нету как бы воспитания в еде, нету как бы режима нормального. Просто нету человека, который бы меня не помог наставить меня, настроить меня так, как мне надо правильно делать. То есть у нас нет культуры питания. Даже если мы начнем более-менее нормально питаться, то хотелось бы при этом еще и заниматься, да? Конечно. И я ребятам уже говорил, что мы будем ставить технику, мы будем записывать, стараться по максимуму все наши тренировки. Это будет первый формат видео. Второй формат видео — это вот так, как сейчас. Вот так, как сейчас. Мы сидим, разговариваем с Сашей и будем делиться с вами всеми подробностями нашего пути, потому что путь предстоит действительно не маленький. За 90 дней сколько мы должны сбросить? 20 килограмм. 20 килограмм. 20 или 22, мы хотим на 70 килограмм. Попасть на 70 килограмм.
килограмм. Да. Если у меня, допустим, вес у меня прыгает постоянно между 93 и 91, 93 постоянно туда-сюда, туда-сюда, я вообще не могу никак не скинуть, я уже замучился просто. Да. То есть наша фактическая отметка – это вес 70 килограмм, который мы бы хотели получить. Да. При этом официальное название нашего проекта называется «минус 20 килограмм за 90 дней». Скорее всего, мы сделаем даже больше, чем 20 килограмм. И я уверен, Саша, что он сделает эти 20 килограмм и даже больше, потому что его дисциплина – это просто кайф, это мечта. Я вам говорил, что я очень сильно искал человека, которому я мог бы доверить. И вот Саша – это как раз тот человек, который покажет, как использовать периодическое голодание и как можно с нуля сделать 20, а то и 22 килограмма минус жира. И при этом наша главная задача – это прогрессировать в силовых показателях. Но об этом мы обязательно еще поговорим в зале. Мы выставим в зависимости от его нынешнего состояния, то есть мы сделаем замеры силовых показателей. Мы сделаем замер в жимовых показателях, замер в тяговых показателях, приседания. И отталкиваясь от этого, мы выставим уже цели, к которым мы будем двигаться в первый месяц. Я думаю, что, скорее всего, мы разобьем наш тренировочный график на 3 месяца, и каждый месяц будет символизировать новый этап наших тренировок. Но об этом я буду более детально рассказывать, когда мы начнем, собственно, заниматься. Саша, расскажи мне о своей мотивации. Вот скажи, насколько ты готов бороться и насколько ты готов использовать все данные тебе ресурсы и знания для достижения цели? Да, очень хороший вопрос, кстати. Насчет ментальной подготовки, насчет моей как бы мотивации, я готов полностью сделать все, чтобы добиться своих результатов. Я всегда о таких результатах мечтал. Я к этому стремился уже, когда мне было 12 лет. Я занимался просто, ходил в спортивную школу, у нас там было много физкультуры, как бы, чем у других классов. И просто вот по моим как бы взорам, по моим этим вот всем, этих актеров, которых я люблю, там Арнольд Шварценеггер, Сильвестр Сталлоне и так далее, я всегда об этом мечтал уже как маленький. Но после того, как жизнь пошла совсем по-другому, сложилась, я уже потом был взрослый, потом уже как бы интересы совсем были другие. И познакомился с моей супругой, с которой я был 13 лет женат. Кстати, я уже разведен, но 4 года сам. Завидный жених. Да, холостой, кстати, для девчонок. И вот, я просто решил, 7 лет я занимаюсь кунг-фу. И кунг-фу — это совсем другая вещь, совсем другие техники и так далее. Там у нас нету ни культуры питания, и там у нас нету ни таких особенных как бы мотиваций, чтобы формировать свое тело. Там у нас техники происходят на движениях, на том, как расслаблен организм и так далее, и так далее. Но это не лишает то, что я хочу, это не лишает мой вес, это не лишает мой взгляд моего тела. И чтобы этого добиться, я очень говорю большое спасибо, что жизнь мне привела на мой путь Алексея, потому что вот именно этот человек, я уверен в нем, что у нас это получится по его технике периодического голодания и по его технике как бы всего в целом, да, и питание, и тренировки, и подхода к образу жизни. Я всегда об этом мечтал. Вот возвращаемся к моей мотивации. Я готов сделать полностью все. Я хочу, чтобы с этого момента, когда я уже видел несколько видео выпусков Алексея, они что-то периодического голодания, насчет тренировок и так далее, я сказал, это оно, это я хочу именно этого добиться. Перед тем я никогда таких возможностей не было, чтобы пришел какой-то человек и сказал, вот так надо делать, вот так надо делать, так надо делать. Все что-то рассказывают, все что-то вам говорят, но все мне это казалось очень как бы драматичным, очень драстическими методами просто заставлять себя. А это я уже сам начинаю на себя чуть-чуть чувствовать, так как я в практическом голодании уже где-то неделю. Начинаются такие интересные процессы моего организма, вроде бы есть голод, вроде бы нет, вроде бы появляется 10-15 минут, вроде бы пропадает. Потом уже, когда подходит время к тому, чтобы я покушал, например, вечером около 18:00, 19:00, так это у меня получается просто по времени. Так вроде бы не хочется, вроде бы даже сам не понимаю, почему, зачем, как это... Вроде приготовил покушать, а вроде как да, есть. Да, да. Ну а первый день, как вообще были ощущения? Первый день, ой, замученный был, голодный был, везде ходил, смотрел, кто что кушает, везде полностью непонятно было, такое, очень слабость большая была. По-моему, мышцам не хватало как бы какого-то сахара или чего-то. Я всегда пил кофе с сахаром, чай с сахаром. Я всегда кушал какие-то апельсины, какие-то еще такие штуки сладкие просто.
просто. А сейчас, когда уже научился даже кофе пить без сахара, кстати, это вообще класс. У меня появляется совсем другой вкус. Чувствуешь вкус продуктов, вкус напитка, да? Я чувствую, что даже кофе, он без сахара, он сладкий. Я не знаю, как это так, но он сладкий. Еще хочется кушать, но уже меньше. Вообще не хочется. Вообще не хочется. Но, кстати, покушать надо. Когда, например, кто-то что-то готовит вкусненькое, такие все эти вот запахи, это все, это да. Это начинает процесс, как бы, что у меня идут слюни. Да. Но это максимально 10-15 минут, и все, я про это забываю, я ухожу, иду гулять на улицу просто, да. И потом мне уже ничего не надо практически. Так что вот так. Это наш первый выпуск. Я надеюсь, вы поняли, почему я так уверен в Александре, потому что это человек, который приходит с опытом из боевых искусств. Он знает, как управлять своей дисциплиной. И именно поэтому я поверил в него, для того, чтобы не просто снять проект заблаговременно, а потом, если у нас все получится, мы выложим видео, но уже с законченным результатом. Мы этот проект начинаем сейчас. Сейчас я вам показываю, ребят. 19 марта. Это будет точкой нашего отсчета. Видео будут выходить достаточно часто. Мы не будем ничего снимать впрок, мы будем снимать и выкладывать. И наш успех будет напрямую строиться на Александре. Так, ребята, я вас благодарю за то, что вы смотрели нас сегодня. Уже не меня, а нас сегодня. Спасибо вам огромное. Палец вверх, если видео вам понравилось. Естественно, вниз, если не понравилось. Все вопросы пишите внизу в комментариях. Спасибо вам огромное. И до следующего выпуска. Пока. Пока. Блин, ребята, я просто так... В таком подъеме энергетическом мне столько хочется сделать в этом проекте и столько хочется вам показать, и мы будем это все снимать, выкладывать и делиться с вами своим опытом, информацией, и Саша будет на своем результате показывать, что вообще не нужно никакого спортивного питания, не нужно никаких добавок, не нужно никаких L-карнитинов и прочей разной херни для того, чтобы добиваться результатов, не нужно пить протеин для того, чтобы выстраивать мышцы и становиться сильнее. Вот это все на этом проекте мы будем показывать. Первый мой проект был минус 10 за 60 дней. Этот второй называется минус 20 за 90 дней. И это будет офигенно круто!